лет мы с самого утра ездим по МФЦ, собираем документы, чего-то не хватает. Если честно, мне уже надоело прятать волосы. Это уже нормально. И шопинг. Мне кажется, прикольно, не? До конца. Ну, на лето прикольно, футболку. Да? Футболку, боже мой, Робин. Растягивай, все, расслабься. Прикольно. Ну, слушай, хорошо. Сочетание классное. Это думаю, магнит. Это вдруг ты захочешь красить. Это маленький варежка. Здесь детский отдел. Тут кроватки, колясочки. Может быть, уже пора кого-то положить в кроватку? Нет, не меня. Ну, не тебя уж точно. Как юридически правильно отказаться от вакцинации от коронавируса? В статье 5 данного закона написано, что каждый имеет право отказаться от прививки. Что же вам делать, когда работодатель будет заставлять вас делать прививку под страхом увольнения? Первое. Запросите у работодателя документ, на основании чего... Заткнись и не гавкай, мандавошка! Тяжело, да, считать? 7 плюс 5. Я тоже не с первого раза запомнил, что 7 плюс 5 это 12. Если у нас потом здесь будет 80, а здесь 9 минус 5, 10 плюс 4. 80 плюс 4 равно 84. Угу, вот именно. То есть ты понял, как можно считать? Угу. Это легче. Угу. Ну, типа гораздо легче, а чем... А тут вообще 100 минус 69. Да, ты сделаешь точно так же. Ты сначала... Вот я не знаю, сколько будет. Девчонки, вы меня часто спрашиваете, как мне удается заниматься бизнесом, воспитывать ребенка, отдыхать и развиваться. Ловите один из моих секретиков. Я давно подписана на Ольгу Коробейникову. Она психолог, тренер по финансовому мышлению, бизнес-леди, инвестор и мама четверых детей. Если вы тоже хотите развиваться, то вам просто необходимо подписаться на блог Ольги. Там вы совершенно бесплатно найдете ответы на любую жизненную ситуацию. Очень долго ждала вебинар, и как раз завтра, 22 июня в 19:00 будет очень крутой бесплатный трехдневный интенсив, как наше детство и отношения в семье влияют на наши финансы. Если вы хотите выйти на новый финансовый уровень, решить проблемы в семье и устранить причины усталости, депрессии и отсутствия энергии, то завтра в 19:00 ставьте будильник и встретимся там. Свайпайте и регистрируйтесь на бесплатный интенсив. В основном на русском, но могу и на английском, а даже на языке R2D2. Hello. Hello. How are you? Здорово. Давайте. Ну, слушай, хорошо. Сочетание классное. Что это такое? Это магнит. Правда. Это вдруг ты захочешь красить. Это маленький варежка. МФЦ, то одна бумажка, то вторая, третья нет, в одно место, второе, еще жара почти под 40. Это вообще просто. Просила Роберта выкинуть жвачку, она намоталась ему на руку. Теперь ты Человек-паук. Теперь не любишь жвачку? Ненавижу.
еще передаю привет тем, кто писал мне на последних сторис, что я сумасшедшая, что чипов не существует, что это бред и выдумка. Так вот, существует и не выдумка. Государственным университетом и был одобрен президентом России Владимиром Путиным. Программа будет рассчитана до 2029 года. На нее планируется потратить 54 миллиарда рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет средств из 5 различных. В МФЦ пока пускают, но вот с 28 июня не будут пускать в клубы, рестораны, караоке, не будут оказывать медицинскую помощь, только экстренную, еще, возможно, не будут продавать лекарства в аптеках. Вот так. Жара пиздец какая, бля! Перезагрузка будет 18 числа, 18 июля на ТНТ. Вроде в 9 утра. Давай с тобой с утра коньячку, кружечку. Давай с тобой напьемся, оу-е. Нет, 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 посмотрите на мою фигуру, мне нельзя. А-а-а, я знала, что так закончится. Дает знания, а отец заставляет их усвоить. Не надо, родной, это опасно. Нет, стоп. Ну, продолжай. О, спорим, ты больше так делать не будешь. Мать дает знания. Credit where's to you, cause you don't like pussy in power. Venom. Газом вроде пахнет, нет? Нет. Это не бомба. Откуда вы знаете, что это не бомба? Взорвалась? Нет. Значит, не бомба. Как зачем? Он будет за нас все делать. Вот ты убираться любишь? Нет. Вот, а он будет за нас убираться. И посуду мыть, и в общем, все такое. Заткнись и не гавкай, мандавошка! Человек, я уже не занимаюсь сексуальной.
привет. Я с самого утра опять ношусь по МФЦ, по школам. Такой процесс перевода из одной школы в другую. Вам не отдадут документы старые, пока вы не возьмете справку в новый. Поэтому сейчас всем этим занимаюсь, чтобы быстрее полететь в Волгоград, забрать документы из старой школы Роберта и еще встретиться с человеком, с которым будем создавать один из моих продуктов. Тоже вам покажу попозже. Сейчас все в процессе, и как все будет готово, я вам покажу. Вот думаю, смысл вообще вот этих вот масок. Их нужно менять каждые 2 часа. Вот мои маски, я не знаю, уже полгода, наверное, я вот в ней хожу. Сейчас еще жара такая. Ну, смысл вообще? Она не спасает, как бы.